понедельник на набережной Верхнего пруда сотрудники управления гражданской защиты жителям раздавали специальные памятки по правилам поведения на воде и напоминали, что здесь категорически купаться запрещено. Впрочем, большинство и не рискует, несмотря на жару. Они есть, но возможности нет в этом болоте. Так что живем у воды, а купаться нельзя. Вместе с тем, вечером в пятницу в этом водоеме утонул 34-летний мужчина, который отдыхал на берегу с компанией. Еще одного трагического случая в выходные удалось избежать благодаря спасателям. В воскресенье наши спасатели спасли мужчину, который пытался вплавь переплыть Чиэмшан половину 10 вечера или ночи. В состоянии алкогольного опьянения. Хорошо, что его друзья или кто-то позвонили на спасательную станцию, благо спасательная станция там в непосредственной близости спасли, провели реанимационные мероприятия. Спасатели напоминают, что основные причины гибели на воде – это купание в несанкционированных местах и состояние алкогольного опьянения. Арина Макарова, Юлия Пак. «Наше время».